Это сегодня действительно очень актуально, потому что медиапространство изменилось кардинальным образом, и оно еще продолжает меняться. Вот буквально мы являемся этому свидетелями. Это и изменение в самой медиасистеме, это и изменение, так скажем, предметного поля в связи с общественностью, потому что практически все, ну, очень многие отношения и связи переместились именно в интернет-пространство. Поэтому мы сегодня как раз ставим цель вот как бы зафиксировать современные изменения, которые произошли в последние годы в нашей медиаструктуре, те положительные моменты, которые есть, и те вызовы, с которыми столкнулась современная журналистика. Вот на эти вопросы мы попытаемся дать ответы на сегодняшней конференции. Ваша конференция с очень интересной темой позволит двинуться дальше в осмыслении тех процессов, которые происходят. Сегодня мы говорим, что реальность маркируется как новая реальность. С 24 февраля 2022 года эта ситуация очень резко меняется, и мы это видим, это россия-центричность. В этом году мне уже пришлось выступать в Сорбонне, например, и на ежегодной конференции я вижу динамику отношений, которая складывается между Россией как центром нового глобального юга и, например, Россией внутри. То, что происходит внутри России, эти процессы, мы вдалеке, например, в Москве, как-то, может быть, ощущаем немножко по-другому. Поэтому, когда в регионе происходит такое большое событие, как ваша конференция, конечно, это крайне важное и интересное мероприятие. Обмен идеями – это всегда интересен. А дело все в том, что с кафедрой вот, Ольги Николаевны мы уже давно сотрудничаем плодотворно. Мы в Твери защищали ее учеников в нашем диссертационном совете, в котором я как раз председательствовал. Поэтому мы много наслышаны о высоком качестве преподавания здесь и подготовке научных кадров. Поэтому захотелось приехать, познакомиться и еще больше, так сказать, согласовать свои научные направления друг с другом. Тема, безусловно, актуальна, и ее актуальность, она просто непрерывно разрастается и играет все новыми и новыми красками. Вот это сочетание в названии, в теме конференции традиции и новаторства, это тоже очень характерно именно для университета. Да? Мы находимся в исследовательском классическом университете, одном из его ведущих институтов, и, конечно же, сочетание традиции и новаторства – это очень сильно про университет, мне кажется, в целом. Поэтому наша роль здесь, безусловно, смотря вперед и думая, анализируя, как отвечать на эти новые вызовы, не только с позиции развития самих профессиональных видов деятельности, но, конечно же, с позиции подготовки специалистов соответствующих, да, также опираться на те традиции, тот мощнейший фундамент образования в области филологии, журналистики, связи с общественностью, которой мы располагаем. Конференция названа необычайно актуальна. Как уже сказал Александр Борисович, действительно, традиция и новаторство – это то, что является концепцией нашего университета и нашего института, да, традиционное классическое образование и соответствие всем новым трендам, которые существуют в журналистике и пиаре. И в то же время журналистика и пиар – в новом мире, в новом многополярном мире, который сейчас формируется и который, конечно, потребует новых подходов в очень многом, да, новых знаний. Для нас эта конференция – это, конечно, очень важный научный опыт, и для нас это очень интересно, как иностранные студенты, которые сейчас посмотрите, какие там опыт в России. И тоже мы хотим на самом деле показывать, какие у нас опыты связаны с СМИ в Сирийской Арабской Республике или в арабском мире в общем. Для нас это очень интересно, потому что это у нас новая информация, которую мы будем слушать, новые навыки. У нас будет очень замечательный спикер, в том числе и наши заведующие кафедры, и все наши преподаватели и профессоры. Наверное, символично, что эту конференцию вы всегда проводите в весеннее время для того, чтобы дать ростки тому новому, тем новым направлениям, которыми вы сейчас занимаетесь в вашем университете. Это особо значимо в эти весенние дни. Мне очень хочется пожелать всем участникам
найти то новое в своей работе, найти те возможности, найти ту точку для исследований, которая поможет как раз на стыке сделать новые открытия, которые помогут еще и дальше сделать журналистику действительно классической наукой, добавляя в нее все новые и новые области.